Три новых автомобиля «Соболя» и одна «Волга» красуются теперь в гараже Солнечногорской станции скорой помощи. Для приобретения этой техники центральная больница получила из районного бюджета 1,5 миллиона рублей. Но чем не новогодний подарок, говорят медики. Это и вправду подарок перед Новым годом, потому что количество автотранспорта ограничено. Автомобили у нас многие уже имеют истекший срок эксплуатации. Главный врач говорит, что новые автомобили позволят скорой помощи обслуживать вызовы более качественно, а главное – вовремя приезжать к больным. Врачи и водители неотложек уже оценили достоинства этих машин. Легче стало работать на новых машинах, конечно. Больным лучше, комфортнее, теплее. Поэтому новые машины есть новые машины. Чтобы провести полное обновление устаревшего автопарка, скорой помощи необходимо еще 8 автомобилей. А потому руководство Центральной районной больницы надеется на дальнейшую финансовую поддержку Солнечногорской администрации.